Неоправданный риск на дороге, крутые пируэты на мотоцикле и езда на бешеной скорости без правил хорошо заканчиваются только в остросюжетных фильмах. В реальности картина другая. С начала открытия мотосезона на территории области стали происходить дорожно-транспортные происшествия с участием мотоциклистов и мопедистов. С начала года зарегистрировано уже 34 таких дорожных аварий, в результате которых 4 человека погибли и 30 получили травмы различной степени тяжести. Из 34 ДТП в 22 случаях виновниками аварии явились сами мотоциклисты. Основные причины, из-за которых и происходят дорожные аварии на территории Брестской области, это игнорирование правил дорожного движения, это превышение установленной скорости движения, это управление, не имея соответствующей категории. На предотвращение данных ситуаций направлено профилактическое мероприятие госавтоинспекции «Мотодвижение без нарушений». Водителям напоминают, к чему может привести вождение в нетрезвом виде с нарушением правил дорожного движения и скоростного режима. Я вам дам профилактическую листовочку. Пожалуйста, всегда соблюдайте правила, всегда будьте внимательны и осторожны на дороге. Приятно, что все больше водителей проявляют высокую сознательность и пытаются разобраться в причинах аварий с участием мотоциклистов. Если брать участников мотоциклистов, то превышение скорости первое. Многие молодые ребята, которые не имеют опыта, покупают довольно мощные мотоциклы, да, и пытаются немножко погонять по городу. И из-за нарушения скорости, отсутствия опыта, получается аварии. Вот. А автомобилисты зачастую не видят просто мотоциклистов. И из-за этого тоже случаются аварии. Пренебрегают, думают, что мотоцикл он более маневрен, наверное. Водители, которые ездят на мотоциклах, они ездят и на машинах. И это сразу видно, когда человек тебя уважает на дороге и способствует твоему беспрепятственному движению. А когда человек, грубо говоря, не знает, что такое мотоцикл и пытается как-то помешать, спровоцировать. Мы желаем, чтобы на вашей дороге не встречалось таких водителей. И, конечно же, вам безопасных дорог, всегда соблюдайте правила дорожного движения и всегда будьте внимательны на дорожной дороге. Учиться на чужих ошибках, использовать защитную экипировку и мотошлем, садиться за руль трезвым и в хорошем самочувствии – вот залог успешной и безопасной поездки. Попутного ветра и ровной дороги вам, уважаемые мотоциклисты, желают Людмила Логодич, Андрей Щерба и Юрий Лимонтович.